на Аллее Славы стало еще больше деревьев. Голубые ели высадили в память о героях, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В сквере Победы собрались родные и близкие героев. Волонтеры Победы, юнармейцы, кадеты, городские власти, ветераны боевых действий. Вспомнили имена тех, кто отдал свою жизнь, проявил героизм и мужество, защищая Родину, и погиб в ходе спецоперации. Память земляков почтили минутой молчания. Старший сержант Сергей Вялов и рядовой Виктор Толкач за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Указом президента России награждены орденом мужества посмертно. Глава города Елена Молдаван передала супругам героев удостоверение к государственным наградам. Очень тяжело и очень мучительно осознавать, что такие крепкие, мужественные, замечательные ребята уходят. Но давайте сдержим слезы. Самое главное для нас сейчас – обеспечить сохранение памяти о наших мужчинах, которые с честью выполнили свой гражданский, воинский и человеческий долг. Давайте будем достойны их памяти. Сильные и отважные, ценой своей жизни они защищали свободу и независимость страны. В память о тех, кто не вернулся домой, на Аллее Славы высадили 8 голубых елей. Во всех городах, поселках на Ямале у нас организуются вот такие памятные места, где можно, во-первых, почтить память наших погибших ребят, отдать дань уважения. Мы высадили замечательные ели с памятными табличками для того, чтобы действительно помнить всегда о том, что было, о том, что есть герои, о том, что сейчас ребята сражаются в зоне специальной военной операции и защищают нашу страну, нашу спокойную жизнь. То, что сейчас ребята наши делают в зоне специальной военной операции, это очень важно для России. И вот эти акции, которые мы проводим, вот даже сегодня мы, сажая ели, мы понимаем, что мы увековечиваем память о наших героях, которые ушли, к сожалению, ушли из жизни, но мы о них будем помнить всегда. За каждым зеленым памятником судьба отдельных людей, их героические подвиги и поступки, память о которых благодаря Аллее Славы будет передаваться новым поколениям. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.